Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопиджано Самаюктам Биндаванам Ванчакалпатару ашчаки пасинду бевача Патитанам павуне бхавишнаве бьюм наму нама Мукам кароти вачалам пангум ланхайти гирим Джатки патам ханганде парамананандамадамам Бриндавай тулсиде бхайпьяви кесавасвача Кришна Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Наму Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девин Сарасватин Везам Тату Жайо Дея Шанкиртане Кришна Катопадеша Гаурия Патрасья Пракасанеча Шадануракта Гуру Бхакти Йогта Бхакти Прамодака Джагодвана Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадохам Титаспадам Сива Виранчанатам Сараньям Битатихам Панатапалбхавадибутам Банде Махапурусате Чаранаравиндам Ятпада паллавана качанда муничатая Биспуриджита кимапикапавадушвадарши Пурнана рагара сусагара сару мурти Шарадика мои када кипам кароши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитанам Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ajahn Lumbita Bhujau Kanuka Buddhato Sankirtanai Kapitaru Kamala Yotakshu Visham Bharu Dijabharu Jugadharma Palu Банде Джагат Прия Кару, Каруна Бхатару, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Намами Ганге Тава Пада Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дибба Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тавам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пахарам Барана Сипурапати Бхаджаби Шанатам Баги Шаджаша Вадане Лакшми Риджаса Чавакшаши Ясасте Хидай Самбид Вам Нишинга Махаммади Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chira Gaura Janasraya Vishwa Gurum, Guru Gaura Kishora Kodashwa Param, Paramadrita Bhakti Vinoda Padam, Panamami Shadapu Padu Padam, Panamami Shadapu Padu Padam, Panamami Shadapu Padu Padam, Chira Gaura Janasraya Vishwa Gurum, Guru Gaura Kishora Kodashwa Param, Paramadrita Bhakti Vinoda Padam, Panamami Shada Prabhupada Padam, Panamami Shada Prabhupada Padam, Panamami Shada Prabhupada Padam. Gauriya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told. Гаудия Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что мы получили все от Шрилы Сачитананды Бхактивинода Такура. Шрила Сачитананда Бхактивинода Такур, он пионер всего Сарасват Гаудия общества или просто всего Гаудия общества. Гаудия Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что мы получили все от Шрилы Сачитананды Бхактивинода Такура. Единственное, что мы должны делать, мы должны следовать садгуру, мы должны совершать баджан, изучать его наследие, его книги, и по милости Сачитананды Бхактивинода Такура мы можем понять все. Если мы не поймем, что такое крипа, милость, если мы не поймем это, то тогда мы будем спорить, сражаться друг с другом, спорить. И вот можно вспомнить, что Ишвар Пурипад, когда получил милость Мадхавенды Пурипада, то тогда, по милости Мадхавенды Пурипада, все явилось в сердце Ишвар Пурипада. И это зовется настоящий гуру, наставническая преемственность. Это не значит, что гуру Варга уходит, и сила, энергия, и это учение, но тоже уходит, нет. И вот по милости Шрилы Сачитананды Бхактивинода Такура, Гуру Вайшнава, они самосияющие, и по милости Сачитананды Бхактивинода Такура мы можем понять, что он хотел сказать, поскольку Вани Сварупа Шрилы Сачитананды Бхактивинода Такура, оно более важно. Вани Сварупа настолько важна, что без, не понимая Вани Сварупу, мы не сможем прогрессировать дальше. Но когда мы увидим настоящую Вани Сварупу Гуру Вайшнавов, тогда мы по-настоящему можем воспевать их славу. Какая-то сухая философия, она не поможет нам. И вот сейчас Шрила Сачитананда Бхактивинода Такура, он пионер Сарасват Гаудия общества. Он предводитель всего общества Гаудии, но по желанию Шрилы Бхактивинода Такура, по желанию нашей предыдущей Гурваги Джаганадас Бабаджи Махараджа, и вот по желанию Гаура Паршадов, мы обрели Бхакти Сиддханту Сарасвати Госвами Такура как нашего Джагадгуру. Мы очень удачливы, и
И тот, кто не начал Гаудия Матха, принес, призвал Гаудия Матха с трансцендентного мира, чтобы принести милость всем обычным людям. И вот кто-то может спросить, кто? Кто сделал Шрилу Прабхупаду Джагадгуру, что мы можем назвать его так, в этом материальном мире? Обычно мы видим, что гуру выбирают обычно или кто-то назначает, но, как правило, такие назначения, выборы, они не научные, эти гуру падают. И поэтому Шрила Прабхупад говорил, что гуру, садгуру, он никогда не может быть выбран. Гуру никогда не может быть выбран. Садгуру, он самопроявленный. И вот Шрила Прабхупад никогда не хотел, не показывал такого примера выбора гуру. И кто-то может спорить, кто сделал Шрилу Прабхупаду Джагадгуру. И мы можем сказать, сам Шри Чайтанья Махапрабху, он сделал его Джагадгуру. Я уже сказал вам всем, что когда Шрила Прабхупад совершал Шатакоти Намьягью, то тогда Гауранга Махапрабху со всеми его спутниками, они явились и дали ему наставление действовать как ачарья. А если вы не верите, то, что я могу сделать? Я уже говорил, что однажды Шрила Горкишодас Бабаджи Махарадж начал, он сначала не хотел принимать его в качестве ученика, а потом согласился и пыль со своих лотосных стоп поместил на голову. И что это значит? Это значит, что Абхишек Ачарья уже был совершен пылью с лотосных стоп Горкишордас Бабаджи Махараджа. Хотя сам Кришна говорит, я хочу принять Абхишек пылью с лотосных стоп вайшнавов. И эта Абхишека, она авторитетна, и мы, у нас должна быть вера в это. И в тот день, когда Горкишордас Бабаджи Махарадж, он даст нам пыль. И вот в тот день, когда Шрила Горкишордас Бабаджи Махарадж, он поместил пыль со своих лотосных стоп к нему на голову и сказал, мой Прабху, то в то время мы должны помнить, это был великолепный Абхишек, который совершил Горкишордас Бабаджи Махарадж. Он совершил, так поместил Шрилу Прабхупаду на асану Ачарьи. Шрила Прабхупад отправлен Гауранга Махапрабху. И какие-то люди могут спорить, но я приведу пример, через который я могу показать, что Абхишек Шрилы Прабхупады раньше был совершен. И вот также я могу доказать, что Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакур, он хотел сделать его уникальным ачарьей. Он хотел показать, что Бимала Прасад Сарасвати, Бхактисиддханта Сарасвати, он уникальный Джагадгуру. Но как? И Горкишордас Бабаджи Махарадж, он хотел совершить Абхишек, ачарья Абхишек, своими пылью со своих лотосных стоп. А Шрила Прабхупада что хотел сделать? Через особую процедуру, она такова, что... Точнее, Шрила Бхактивинода Тхакур. Вот Шрила Бхактивинода Тхакур дал ему особые обязанности. Я могу постепенно обсуждать это, но сейчас я хочу рассказать особые проповеди Шрилы Прабхупады в каких-то особых местах и какое наставление Шрила Прабхупад получил от Шрилы Бхактивинода Тхакура. И это я хочу сказать об этом. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур через свои наставления хотел доказать, что он уникальный ачарья Джагадгуру. Если бы он не был таким уникальным ачарьей, посланным самим Махапрабху, то тогда как Шрила Бхактивинода Тхакур он мог дать такие особые наставления Шриле Прабхупаде?
Это практически невозможно. И вот Шрила Бхактивинода Такура дал наставление, что ты должен восстановить. И вот он сказал ему, что он должен восстановить Навадвип Дампарикраму. Настоящую научную процедуру Варнашрама Дхармы и Вишва-Вайшнава Раджа Сабху, Дампрачарини Сабху. И также нужно начать Дампарикраму, чтобы обычные обусловленные души получили великое благо. Эти наставления обычному человеку невозможно исполнить без Джагадгуру, без посланника Махапрабху, который мог бы исполнить эти указания Шримана Махапрабху. Это практически невозможно. Это научная процедура, через которую мы можем осознать величие Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад, он Парамхамса Джагадгуру, и а в то время как Шрила Парикшит Махарадж, он получил наставление Удавджи Махарадж. Перед Удав Махараджем Бхагаван Шри Кришна говорит: «О Удав, будь осторожен, Ачарья Мам Виджаниет». Я объяснил уже много раз эту шлоку, но что Кришна Бхагаван говорит перед Удавой: «Ачарья Мам Виджаниет, будь осторожен, я Ачарья, я являюсь в форме Ачарья в этом материальном мире, чтобы спасти обычных людей». И вот такова процедура, через которую мы можем понять, кто Джагадгуру, кто обычный гуру, какова разница между Бадха-гуру и Джагадгуру. И вот много вопросов может возникнуть. Те, кто заняты логической интерпретацией, они могут тысячи вопросов спросить, но по милости Гуру Вайшнавов, если их вопросы не слишком скверны, я могу ответить на них. Кто-то может выступать против меня, но что они могут сделать, если мой защитник сам Баладев? И вот кто-то может сказать, спросить, кто Гурудев Парикшит Махараджа, я уже отвечал. Шрила Прабхупад говорит, что вы имеете в виду под дикшей. Дикша значит развить самбандхи абхиде и прайоджан гьяну, и начать бхакти. И эта процедура была кем начата Шукадевом Госвами. И Парикшит Махарадж, он был кандидат на эту должность. Он самый был достойный кандидат. И как я могу сказать, что Парикшит Махарадж был посвящен Шукадевам Госвами? Как я могу сказать об этом? Да, я могу привести стопроцентное доказательство, что первое – это та Бхагавад-катха, через которую… И вот через эту Бхагавад-катху Шукадев Госвами, слушая, говоря и Парикшит Махарадж, слушая, он развил божественное знание самбандхи-гьяну. И в гороскопе Парикшит Махараджа, там вот и о нем говорится, что Эша Маха Бхагаватаха. И в Шримад Бхагаватам несколько раз Риши и Муни, они говорят о
Парикшит Махараджи, как у Махабхагавати, но когда Парикшит Махарадж спросил у Шукадева Госвами, это называется татва джигьяса, это первый шаг дикши, и чтобы доказать, что Парикшит Махарадж получил пресвящение от Шукадева, это свидетельство перед тем, как получать посвящение. Обычная процедура, с которой следует много организаций и прочего, но это не наше дело. Я хочу привести только научные доказательства. И вот в начале всего татва джигьяса, адхату татва джигьяса, адхату брама джигьяса. И вот, если нет татва джигьяса, этого вопроса, то, что, то есть, если кто-то дает посвящение всем подряд, но это не признак Джагадгуру до тех пор, пока мы не найдем какое-то доказательство из шастры, мы не какие-то слепые последователи. У нас есть свидетельства, данные Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакурами, никто не может одурачить нас. Если тысяча людей получают посвящение, у кого-то это не доказательство, что тот, кто дает посвящение Джагадгуру. Множество глупых людей, они обманываются, не понимают, что такое хорошее, что такое плохое, спрашивают какие-то глупые вопросы. И вот суть в том, что Парикшит Махарадж И вот Парикшит И вот если мы получим милость Гурудева, то тогда мы осознаем все это, иначе много сомнений, каких-то непоняток может возникать. И вот сейчас я вам дам свидетельство, через которое вы можете понять, не только Парикшит Махарадж принял его как гуру, но также вот эта шлока, она служит доказательством этого. И также Шукадев Госвами принял его как ученика, поскольку Парикшит Махарадж, он лучший из учеников. Парикшит, это слово значит уже проверенный и одобренный, подобно как и вот он был уже одобрен Шукадевом Госвами, он был проверен, и вот его звали Парикшит, и как я знаю, что Гурудев Садгуру Парамхамса Ачарья – это тот, кто… И вот этот Шукадев Госвами, он был Парамхамса, он был высшим из Гуру. И как было возможно, что он в качестве ученика принял такого царя, как Парикшит Махарадж, Шукадев Госвами говорил… Сотобьяди суджопараха. What do you mean by this slope? Sukhdev Goswami speaking. Bariyane sote prashna. Ho rajan. Your question is excellent, excellent. That means? И вот он сказал, что твой вопрос великолепный. И Шукадев Госвами принял его как сатшишья. Бариане сате Крито локо хито нипаха. Excellent, unique.
И вот это expression of heart, we can know surely, Gurudev, и вот мы через эти слова мы видим, что он принял его как сад-шишью, и поэтому не пытайтесь приводить никаких аргументов. Это ясно, что Гокишодас Бабаджи Махарадж Шрила Бхактивинода Тхакур, вся наша Гурварга, не только это, также все спутники Гуранги Махапрабху, они все послали его как своего представителя. И вот мы очень удачливы, что мы обрели Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Госвами. Как Джагадгуру мы очень удачливы, но все же мы не можем представить. И но не все это осознают, и в этом их неудача. Мы должны осознать, какое великое благо мы обрели в нашей жизни, что мы обрели Шрилу Прабхупаду как Джагадгуру. Но если мы будем спорить, стремиться к какой-то корыстной пратиштхе, то мы можем потерять все. Иногда мы видим, что некоторые готовы продать свою собственную сампрадаю ради пратиштхи. И вот, к сожалению, такие люди встречаются, которые готовы продать все наследие Гауди Сампрадаи каким-то посторонним людям. Тем, кто выступают против Шрилы Прабхупады, против Гауди Матха, ну что делать, это наша неудача. Несмотря на ту огромную возможность, которую дал нам Верховный Господь обрести Шрилу Прабхупаду как Джагадгуру, мы иногда теряем эту возможность. И вот также я слышал от... Это не история, а слышал я от свидетеля. Однажды Шрила Прабхупад был в читании матхи в своем баджан-кутире, и Парамананда Прабху организовал прасад для него. Около 12:30 это было, и была такова система, что никто не мог видеть, как Шрила Прабхупад принимает прасад. Никто не должен видеть, как Шрила Прабхупад отдыхает или идет в какие-то эти... Идет, как он занимается какими-то этими естественными потребностями организма, и, но перед близким преданным это как бы еще куда бы ни шло, но Шрила Прабхупад он всегда избегал, чтобы есть на публике, спать или еще что-то, чтобы люди не... У людей не было возможности развить никаких материальных представлений о нем. И в шастрах также предписывается, и в обществах саду, что три функции, то есть саду на публике не должен вот тремя вещами заниматься, то есть есть, спать и в туалет ходить. Это имеется в виду о настоящих саду, о каких-то бесполезных людях это не имеется в виду. И вот когда саду принимает прасад, мы должны, не должны смотреть на это. И когда саду отдыхает, то тоже никто не должен смотреть на это. Или когда саду идет в туалет, тоже мы не должны смотреть на это, иначе кто-то может развить какие-то материальные идеи, это очень опасно. Я уже сказал, что если вы случайно разовьете материальное представление о гуру вайшнавах, это очень опасно, это может стать причиной вашего падения, будьте осторожны. И вот однажды Шрила Прабхупад, ему принесли тарелку прасада, Парамананда Прабху оставил ее и ушел, закрыл дверь. А потом пришел через какое-то время, Шрила Прабхупад не принял прасад, он смотрел в сад через окно. И вот Шрила Прабхупад думал о чем-то.
И через полчаса Парамананда Прабху, он опять вошел в комнату и спросил: «Прабхупад, почему вы не приняли прасад? Прошло много времени уже». Шрила Прабхупад посмотрел на Парамананду. Парамананда спросил: «Что вы думаете? Выглядит, что вы беспокоитесь о чем-то». Шрила Прабхупад посмотрел на Парамананду и сказал, когда Парамананда спросил: «О, Прабхупад, на что вы смотрите в сад?» Шрила Прабхупад сказал: «Я смотрел, как насколько вы неудачливы. Я вижу, что вы сожгли буквально свою удачу». Шрила Прабхупад сказал на бенгали: Your bad luck, you are going to burn up your luck, all your respective luck. That I was watching. И вот я смотрел, куда ушла ваша удача. И через эти слова мы можем понять, что хотел сказать Шрила Прабхупад. Шрила Прабхупад осознал, что в какой-то день такая ситуация возникнет, когда все лидеры будут бороться за свою собственную братишку, когда будут готовы продать сампрадаю просто из-за какой-то братишки, славы и почести. Шрила Прабхупад видел это как Яду Вамса. Никто не мог уничтожить династию Яду. Никто не мог уничтожить эту династию, поскольку там, и поэтому Шри Кришна организовал уничтожение Яду Вамсы таким образом, что никто не мог понять, как это случилось. И вот через проклятие саду Гуру Вайшнавов он сделал так. И вот таким образом мы очень удачливы, но, к сожалению, наша удача может так пропасть таким образом. Мы не можем сравнить нашу удачу с удачей Царя Небес. Мы более удачливы, чем такие повелители небес, поскольку Царь Небес, он царь какого-то материального царства, но у нас есть возможность находиться в Навадвипдхаме. Мы можем следовать Бхактинанда Такуру. У нас есть возможность следовать Шриле Прабхупаде. И это наша величайшая удача. Поскольку Индра Махарадж, он обычно звал Шрилу Бхактинанда Такура, чтобы обсудить что-то с ним. И вот из жизни Шрилы Бхактинанда Такура мы знаем, однажды Шрила Бхактинанда Такура, он был и ушел в другой мир. Никто не мог понять, что случилось с ним. Он не отвечал, и потом кто-то звал и вызвал. И тогда Шрила Бхактинанда Такура вернулся и сказал: «Зачем вы звали меня?» Индра позвал меня, чтобы обсудить что-то важное. Индра Махарадж не мог решить, и поэтому позвал меня. You see how we are lucky, and that Bhaktivinoda Thakur is actually Nadia Prakash. И Бхактивинода Такур, он Надя Пракаш. Надя Пракаш — это журнал такой. But we give this title to Srila Bhaktivinoda Thakur because by the order of Tarakeshwar Mahadev, by the order of Guru Varga, по указанию Таракешвара Махадева Бхактивинода Такур начал совершать свой баджан, чтобы обнаружить Дхамму, открыть Дхамму. Бхактинанда Такура мог обнаружить йога-питхи и все остальное. И вот даже согласно истории и географии, он обнаружил доказательства вот, исторические, и все остальное это еще раз доказывало, что это место именно Йога-Питха, это место явления Махапрабху, это Навадвипа, это Майяпур. И мы очень удачливы, что можем находиться здесь, и поэтому
Одно из имен Шрилы Бхактивинода Тхакура – это Надия Пракаш. Пракаш значит явить мистерию. Шрила Бхактивинода Тхакура был первый, кто мог открыть даму нам всем. Хотя мы знаем, что Джаганнадас Бабаджи Махарадж, он был, он радовался, видя, он танцевал на месте, и когда он попал на место явления Гауранги Махапрабху, ему уже было 105 лет, а он танцевал как ребенок, он прыгал как... Он прыгал, как маленький ребенок, и он повторял харинам, совершал киртан там. И тогда все поняли, что это действительно то самое место. И Бхактивинода Тхакур понял, что его усилия увенчались успехом, поскольку Джаганнадас Бабаджи Махарадж, он дал буквально сертификат того, что это место явления Гауранги Махапрабху. И таким образом много свидетельств есть, через которые мы можем видеть, что Бхактивинода Тхакура – это пионер Гаудия Матха или всей Сарасват Гаудия Сампрадай, поскольку Шрила Бхактивинода Тхакура, он Надия Пракаш. И вот таким образом Бхактивинода Тхакура через какие-то наставления он хотел показать, если он не Джагадгуру, то как это возможно для Бхактивинода Тхакура дать такие наставления кому-то, кто не был Джагадгуру. Если бы он не был Джагадгуру, то Шрила Бхактивинода Тхакура не мог бы дать такую тяжелую задачу. И вот, если мы хотим другой пример привести, получить, я могу его привести. И вот много людей спрашивают, кто гуру Санатана Гасая, и кто-то спорит на эту тему. И люди очень, ум очень бестолковый, всегда, их ум таких людей всегда думает о каких-то низменных вещах, и вот, хотя мы знаем, что из того, что написал Шрила Санатана Госвами Пад, то и вот, видя и вот такой комментарий мы находим к тому, что написал Санатана Гасай. И, ну, если я скажу, что есть один киртан, в котором мы находим в этом киртане Лочиндас Такур или Нарутам Такуром написано, я точно не помню. И вот этот киртан таков. Варо, саве мили банча пурно, каро ямаро, сируперо кипа жено, ама поти хайо, сепадо сампадо жаро, сей махашайо. This kirtan. So this kirtan is very wonderful. И вот этот киртан очень чудесен. Здесь приводятся такие слова «Гора Паривар». Он участник, буквально член семьи Гауранги Махапрабху. А почему говорится так, есть ли какое-то научное доказательство? Да, когда Санатана Госвами Пад, он был в Варанаси, то там в то время, можно вспомнить, Шриман Махапрабху начал говорить о собственной сокровенной татве, и эту татву можно разделить на три части – Самбанда Абхиде и Прайоджана Татва. И вот, что значит Дикша. Понимаете, что я хочу сказать? Очень научное свидетельство. Махапрабху хотел сказать все о Самбанхе, Абхиде и Прайоджане, не только об этом. Также Санатана Госвами, он был вынужден спросить у Махапрабху, что
кто я? О, Прабху, кто я? Каково мое отождествление? Кто я? Пожалуйста, проясни мне, кто я? И почему я страдаю от этих действий материальной природы? Почему они беспокоят меня? Санатан Госвами, он вечный спутник Шримана Махапрабху. И невозможно, чтобы Санатан, он страдал в этом материальном мире. Это невозможно, но все же Санатан Госвами действовал как садшища и спрашивал такой вопрос. Атма Джигьяса это зовется. И вот только после этого Атма Джигьяса такое правило, что Гурудев может дать дикшу своему ученику. И когда ученик не спрашивает ничего у Гурудева о своем вечном благе, а если само осознание и вопрос само, и вот вопрос, кто я, не возникает в его сердце, то его дикша, скорее всего, не настоящая. И, так, и вот поэтому такой вопрос Адхада Брахмаджигаса, кто я? Эти все вопросы, они называются Атма Джигаса, чтобы осознать свое настоящее положение и что же делать дальше. И в этом случае, если у нас возникают такие вопросы, то можно сказать, что мы достойные кандидаты для получения дикши. А сейчас многие, наоборот, хотят показать, что они более возвышены, чем предыдущие ачарьи, но это глупо. Я вчера уже говорил, что если Гурудев, спасая кого-то, сам падает, то неважно, его падение явлено или не явлено, но в этом случае такая дикша бесполезна. И одно имеется в виду такого падшего Гурудева, и такие люди, они попадают в какие-то адские усилия. И вот пример с Экалабхи я также приведу. И вот если у нас есть сама, то есть есть такой вопрос, кто я? И если мы не заботимся о духовном благе, то давайте посвящение таким людям. Нет никакого толка, которые не хотят прогрессировать. Но иногда бывает, что какие-то гуру дают посвящение всем подряд, и даже тем, кто не хочет. Но, мы не заинтересованы в такой сахаджирской процедуре. И вот первое, если у нас самовопрошание, кто мы, и если нет такого вопроса в нашем сердце, то сердце таких людей обычно полно материальных наслаждений. Если давать дикшу таким людям, то толку нету, одни проблемы будут возникать в мире, поскольку это люди буквально заражены материальной болезнью, и вот все остальные могут заразиться этим. А Шрила Прабхупада что делает? Если он может найти настоящего ученика, то такого одного ученика достаточно, чтобы потрясти всю Вселенную. И поэтому это не какая-то история. Это вот в Киртане говорится, что настоящий вайшнав имеет силу спасти всю Вселенную. И поэтому Горкишордас Бабаджи Махарадж принял только одного ученика, кто смог потрясти всю Вселенную, и его имя Шрила Прабхупад. И вот я говорю о его славе. И вот смотрите, это очень такое сокровенное, то, что Горкишордас Бабаджи Махарадж, он дал ему дикшу. Если нет самого вопрошения такого и давать людям, которые не интересуются, кто они на самом деле, то толку от этого нет, одни проблемы возникают. Мы должны следовать Санатане Госвами, ни в коем случае не оскорблять его. Я много раз говорил, какова же обязанность Вишвавайшнава Раджа Сабхи, это не какие-то шутки. Who can get control over the whole Vaishnava society all over the world?
Почему Парикшит Махарадж он смог контролировать весь мир? Почему Паритху Махарадж был успешен в контроле всего мира? Каков секрет? Если кто-то спросит, я скажу, Амбариш Махарадж, Саптадвипа Адхипати, как это возможно для него контролировать весь мир? Просто потому, что они великие преданные. У них есть великая преданность, бхакти – это шакти, и поэтому Парикшит Махарадж был успешен. И поэтому Амбарикшит Махарадж, он тоже был успешен, а мы часто не можем контролировать свою жену и детей даже. Может, в семье несколько детей, а отец, глава семьи, не может, его даже не слушают члены собственной семьи. Это из-за того, что у него нет преданности. А Парикшит Махарадж и Паритху Махарадж, они были преданы, и поэтому весь мир, он слушал и исполнял их указания. Вот Махабхагавата, настоящего Садгуру Ачарьи, весь мир может принять посвящение. И вот, в этой, как говорится в этой шлоке из Упадешамриты, что Садгуру Ачарья может дать посвящение всему миру, но все же он не падет от этого. Это положение Ачарьи. Это великолепное положение Ачарьи. Пытайтесь понять это. И вот до тех пор, пока у нас нет такого самовопрошения, Шрила Прабхупад не был готов давать посвящение кому-либо. И также я хочу доказать то, с чего я начал. Вот в этой шлоке Гура Паривар слова значит, что они значат, мы знаем из того, что сказал Санатана Госвами. Вот видя Вачаспати, он тоже Гуру Паршат. Этот Вачаспати, брат Сарвабхаума Бхаттачарьи, он сын кого-то там. Но главное в том, что мы должны быть очень осторожно смотреть, что когда Махапрабху дал полную самбанта прайоджан гьяну Санатане Госвами, хотя мы знаем, что Санатан – вечный спутник Махапрабху, но все же Санатан, он спросил этот вопрос, кто я. И в то же самое время Махапрабху, он дал самбанту Абхидеве и прайоджану, и это зовется дикша. И мы можем знать также, что Махапрабху дал посвящение Санатане. Таким образом, хотя это не обязанность Верховного Господа, система не такова, Верховный Господь никогда не действует как гуру, хотя система, вот есть такой этот Кришна Ванде Джагадгуру, такой стих есть, но лично Кришна посвящение не дает. И Махапрабху тоже прямо не давал посвящения. Это не обязанность Верховного Господа. Это он может начать быть, вот как Кришна дал посвящение Брахме. И в этом материальном мире, поскольку это первая Брахма, и Брахма мог осознать, получить осознание. И так или иначе, Брахма получил посвящение, но в этом материальном мире мы не можем видеть такого свидетельства. И вот через Гуру Парампару это происходит. Мы у Гуру Парампары должны получать посвящение, как, такие как Мадхавачарья, Рамануджачарья, Вишну с вами. И можно найти. Начать сампрадаю – это не обязанность Верховного Господа. И вот Ясадев Госвами, и вот So Krishna is the Chaturmukha, we can sing. И вот в этом киртане Кришна ходит Чатурмукха.
в этом киртане поется так, но начать сампрадаю – это не обязанность Господа, это обязанность преданного. И вот читание Махапрабху через эту процедуру. Самманхи Абхиды и Прайоджаны, мы можем увидеть, что Махапрабху скрыто дал дикшу Санатани Госвами. И вот поэтому в киртане я думаю, это киртан Лучандас Такура, я вот проверю и скажу в следующий день. И вот говорится в киртанах Хаха, вот эти слова. Они значат, что Санатан находится в Париваре, буквально в семье Гуранги Махапрабху. А кто Гуру Рупа Госвами Пада? Саната Госвами дал посвящение Рупе Госвами. И вот на этом тема это заканчивается, и сейчас мы возвращаемся к нашей изначальной теме, как понять, что Шрила Бхактивинода Тхакур провозгласил, что Бимала Прасад Сарасвати, он Джагадгуру, через какие-то наставления, данные ему. И вот сегодня я хочу рассказать о теме Экалабхи, какого проблема его была. Большинство из нас хотят доказать, что они ученики еще Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа или Кешава Госвами Махараджа. Мы можем говорить так, но наша подлинность может быть проверена через Вани Севу, поскольку наш Рупа Госвами Сваруп Госай. И вот Сваруп Госай, он наш наивысший этот Сваруп Госай, наш руководитель, выбранный Махапрабху. И вот этот Сваруп Госай, он, у него есть вот Коштипатра, у этих ювелиров есть камень, который можно проверить достоверность, оригинальность золота. Если потерять им золото, то этим показывается, насколько чисто золото. И вот у него был какой-то особый камень, это Сиданта Вичар, с помощью которого можно определить, кто подлинный, а кто нет. И вот если от Сваруп Госая мы не получим одобрение или от Гурудева, от Гурварги, от Силы Прабхупады, то тогда я не могу показать, доказать, что мы сад, или может мы асад. И вот Сваруп Госай наш лучший из наших руководителей, он может проверить нас. Если кто-то не проверен Сваруп Госаем, его сиданта, и он не получит никакого сертификата, как Джагадгуру или Госвами. И это в этом секрет. И дальше я расскажу об этом. И вот как, в чем проблема Экалабхи была? Он вроде хороший баджан совершал, поклонялся своему Гурудеву Драначари, обрел силу от него. Ну, первое, то, что почему Дроначарья беспокоился? Разве он, у него была какая-то зависть? Нет. В следующий раз Махарадж будет говорить о Варнашам Дарма Вичаре, о том, что говорил Шрила Прабхупад на эту тему. И вот проблема Экалабхи в чем была? Экалабхи, он не пошел Гурудеву спрашивать разрешение о том, что ему делать. От Дроначари он не спрашивал этого. И он посвящение не получал прямо. И вот детально я могу рассказать, в чем проблема была с этим Экалабхи. Хотя он достиг огромного успеха в астра-видье. Bow and arrow, this astrobidya was the topmost at that time.
А проблема-то какая у него была? И вот сейчас я хочу вернуться к тому, какая ответственность была дана Шрила Сачидананде Бхактивинода Такуром Шриле Прабхупаде. И сейчас я буду говорить об этом. И вот в начале всего мы должны вспомнить, что в 1914 году перед Радха-ятрой Шрила Бхактивинода Такур оставил свое трансцендентное тело в день ухода Гададхара Прабху, чтобы показать, что он тоже Гора Шакти. И вот в один день Шрила Бхактивинода Такур позвал Бимала Прасада прийти к нему. Однажды Шрила Прабхупад кланялся Бхактивинода Такуру, и я хочу сказать, что иногда в Свананда Сукада Кунджи в Гадруме, Гадрума — это нандаграм, я уже говорил, 2 года назад это было, когда я говорил на тему Дампарикрама, и в то время я уже сказал об этом, но сейчас я хочу еще раз напомнить, что Свананда Сукада Кунджа — это особое место, где Шрила Бхактивинода Такур совершал баджан. И Шрила Прабхупад Бимала Прасад, он тоже был там и совершал баджан иногда, поскольку он, Шрила Прабхупад, он был занят различными ванисевы, но иногда Шрила Прабхупад приходил и жил в том месте, где жил Бхактивинода Такур, в следующей комнате, это вот в Сванато Суката Кунджи, можно видеть там их комнаты рядом. И там можно видеть фотографию какую-то из Баджан-Рахаси вот во времена моего Гурудева или Мадав Госвами Махараджа. Они напечатали фотографию Бимала Прасада Сарасвати, и эта фотография была с той Свананда Суканда Кунджи на берегу Сарасвати, которая, и вот Шрила Прабхупад написал предисловие к Баджан-Рахаси, и вот под руководством Бхактивинода Такура он сделал это, и это оттуда эта фотография. И мы можем видеть, насколько она прекрасна. Бхактивинода Такур и вот Шрила Бхактивинода Такур совершал намбаджан, и в то время он уже перестал широко проповедовать и занимался только своим баджаном. День и ночь думал о лилах Гора Гададхара. И вот он 24 часа в сутки он размышлял о Гора Лиле и о Нитярада Гвинда Лиле. И вот в то время никто не мог звать Шрилу Бхактивинода Такура. Никто не мог беспокоить Шрилу Бхактивинода Такура в то время. Только Кришнадас Бабаджи Махарадж, который ученик Бхактивинода Такура, получил харинам от него в малом возрасте, и потом он в 36-м году каком-то он оставил тело. И вот еще другой Кришнадас Бабаджи Махарадж, который все время совершал харинам, он ученик Шрилы Прабхупады, но это другой. А первого самадхи рядом с самадхи Бхактивинода Такура. И вот Бхактивинода Такур обычно с закрытыми глазами повторял харинам, совершал нити Гора Радха Говинда Севу, и перед Бхактивинода Такуром перебивал баджан асаны. Перед тем местом, где он... И вот перед тем местом, где он сидел, там в стене какое-то отверстие.
В то время стены толстые, строили где-то 3 фута, то есть достаточно большие. И вот там, и там алтарь был, Вигарха Гурагатахара была. У меня фотография есть, я могу показать вам. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур сидел там, перед Гурагатахар Вигархой. Это были очень прекрасные божества, они были подобны танцующим и поющим Гуранитаю. И вот Бхактивинода Тхакур, точнее Гурагатахар, и вот Бхактивинода Тхакур, закрыв глаза, он воспел Харинам и в уме совершал служение во Вриндаване. И вот однажды Шрила Бхактивинода Тхакур явил лилу болезни. Он очень сильно заболел, лилу такую, точнее, явил паралича. И вот Шрила Прабхупада пришел к Бхактивинода Тхакур, предложил полные распростертые поклоны ему и начал плакать. И что сказал? О, Тхакур, вы должны жить больше, чтобы дать мне силу. О, Тхакур, не уходите. Это моя просьба к вам, оставайтесь. И Шрила Прабхупада, он плакал и просил его остаться и не уходить прямо сейчас. Так много служений здесь. И через долгое время Шрила Бхактивинода Тхакур опять пришел в свое нормальное состояние. И вот каково же великолепие. По просьбе Шрилы Прабхупады Бхактивинода Тхакур опять вернулся в нормальное состояние, и Шрила Прабхупада приходил там, где он жил, совершал баджан, спрашивал какие-то вопросы, приносил свои поклоны, спрашивал, как вести это все гаудийское общество, каким образом. И так однажды Шрила Бхактивинода Тхакур, он позвал Бимала Прасада Прабху, ты пришел, и после этого Шрила Бхактивинода Тхакур дал ему указание: смотри на мое положение, мое здоровье уже плохо, и я не могу ехать туда, но ты должен решить эту проблему. Какую проблему? И вот смотри, все преданные вайшнавы, они приходят ко мне и просят, чтобы я поехал и решил эту проблему о брахманах и вайшнавах. Большой спор идет. Эти смарта брахманы и вайшнавы. Большие споры идут на эту тему, хотя они не могут победить, но все-таки пытаются бороться. Эта борьба не прекратилась еще. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он дал указание Бимала Прасаду: о Прабху, ты должен идти на Балигай, чтобы участвовать в этой дхарме сабхе, ты должен утвердить эту дхарму в том, что вайшнавы, они превосходят брахманов. Ты должен идти и доказать это всем. И перед Шрилой Бхактивинода Тхакуром Шрила Прабхупада сказал: «О, Тхакур, если вы благословите меня, тогда все возможно для меня. Если вы благословите меня, то нет ничего невозможного для меня по вашей милости. И я должен пойти». И тогда, по указанию Шрилы Бхактивинода Тхакура, Бимала Прасад Сарасвати, он пошел туда, в это место, в Балигае, в Миднапуре. Там была огромная дхарма сабха. Тысячи людей собрались там, чтобы решить вот эту проблему, кто же выше. Вайшнавы или брахманы, кто лучше, кто более велик? Вайшнавы, они превосходят брахманов. Я уже доказал это много раз, но все же еще раз могу сказать об этом. И вот смотрите, чтобы показать великолепие Шрилы Прабхупады, я должен обсуждать эту лилу Шрилы Прабхупады. И вот по указанию Шрилы Бхактивинода Тхакура Бимала Прасад Сарасвати, он отправился туда, и там была
было большое собрание. Чиро гаура жанасрайо виша гурум, гуру гаура кишора кодасу парам, парамадрита бхакти винода падам, панамами садапа бхупаду падам, панамами садапа бхупаду падам, панамами садапа бхупаду падам. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, он вынужден был поехать в этот Балигай на то собрание по указанию Шрилы Бхактисиддханта Тхакура, и вот там было большое собрание, и все брахманы и вайшнавы, они спорили. И вот брахманы хотели доказать, что брахманы, что они выше вайшнавов, а вайшнавы они доказывали обратное, то совершает харибаджан, те, кто вайшнавы, независимо от касты и прочего, они превыше всех. И много раз я говорил вот об этой шлоке, вы можете вспомнить. Банни сурьо брахмани бьете ян вишнаву сада. In this shloka it is written. И вот в этой шлоке говорится, что огонь очень могуществен. Если мы прикоснемся, то обожжем свою руку. Солнце, особенно летом, в апреле, в мае, очень сильно. Если мы будем на солнце без одежды, солнце обожжет нас. И также среди сравнений с брахманами, вайшнавы более могущественные, мы должны помнить эту шлоку. Вайшнавы, они превыше всех. И вот таким образом, по указанию Шрилы Бхактивинода Тхакура, по Бимала Прасада Сарасвати, он отправился в Миднапур участвовать в этой Балигай Дарма Сабхе. И там было большое собрание людей. Чтобы найти решение, все люди пришли с различных мест. И вот они, там было также много саду, не только Бимала Прасад Сарасвати, также Шьямананда Паривара Вишамбарананда Девгасвами, его имя Вишамбарананда Девгасвами, великий саду. И он был там, и так много саду пришло туда. Но после того, как это закончилось, они все Вишамбара Ананду Дева Госвами выбрали председателем собрания. И вот этот Вишамбара Дева Ананду Дева Госвами, он был главным, и его попросили. Он пришел как представитель вайшнава общества, все вайшнавского общества, особенно представитель Шрилы Бхактивинода Тхакура, его попросили решить эту проблему. Это наша просьба, что эта проблема, ты должен решить ее, брахман и вайшнавы. И вот по указанию Вишамбарананды Дева Госвами, Бимала Прасад Сарасвати, он начал говорить о брахманах и вайшнавах. Туласи, открой! И вот, и также Сиддханта Шрилы Прабхупады согласен. Я говорить не могу. И вот, поскольку кто-то может сказать, что много концепций есть,
на разные темы, и даже люди не заинтересованы в том, что узнать настоящую Сиддханту, насколько они глупы. И вот они говорят, что они находятся в преемственности Нитянанды Прабху, Нитянанда Вамши. Кто-то говорит, что это мы находимся в преемственности в семье Адвайта Гасая, но что это глупая концепция Адвайта Вамша, Нитянанда Вамша. Это они нематериальны. Только Шрила Прабхупад и Бхактивинода Тхакур могут говорить так. Шрила Прабхупад говорит, Нитянанда — это не какая-то материальная личность. Нитянанда не может организовать такую шукра-вамшу. Нитянанда, он Баларама, он трансцендентен. Из Нитянанды то есть Нитянанда какую-то материальную семью не может организовать, а те, кто говорят, они все материальные, материалисты, они не могут понять Сиддханта Вичара. Я уже говорил несколько дней раньше, что кто-то говорит, что Шрила Прабхупад, он сын Бхактивинода Тхакура, но Бхактивинода Тхакура никогда не думал таким образом, и также Шрила Прабхупад также не думал об этом, и какие-то глупые люди могут говорить то, что они хотят, но это не Сиддханта. А Пракрита Вамша мы не можем найти в этом материальном мире. И вот Шрила Прабхупад Бимала Прасад Сарасвати начал отвечать, основываясь на всех писаниях. Шрила Прабхупад хотел показать, что брахманы и вайшнавы, как-то спор возник, поскольку все хотят показать, что они возвышены. Но это не вопрос спора. Практически мы должны находиться на нейтральном уровне, и тогда мы поймем, кто и как это возможно, что вайшнавы более возвышены, чем брахманы. Поскольку брахман, что значит брахман? Все приходят в семью, не кто-то рождается в семье брахманов, как Чатраджи, Банду, Бадья, какой-нибудь еще кто-то, они говорят, что они брахманы, но завтра я буду говорить о том, что Варнашрама никогда не говорит так. Бхагаван всегда говорит, что Читуру, вот эти слова. И также завтра я могу привести свидетельство, что в Сатья-йогу в различные документы я могу показать, в которых говорится другое. Вот это. Поскольку в Сатья-йогу была одна варна брахма, и поэтому когда бы мы не находили каких-то споров, мы должны понять, что это материальные вещи, поскольку в Сатья-йогу было только одно творение. Это была какая-то одна варна. И брахманы и парамахамса. И таким образом, после того, как Трета-йога кончилась, началось согласно карме, гуне, это разделение началось. И Бхагаван Шри Кришна говорит в Гите, но Гита, она вечно существует, и поэтому кто-то может сказать, что Гита была в конце Кали-юги, но что толку? Гита, она была вечно существующая. И вот брахман, значит, те, кто... Ходят вокруг брахма-таттвы, они зовутся брахманами, но это не система,
которую следуют материалисты. Материалисты говорят, что мы родились в брахманских семьях, поэтому брахманы. Но это неправильно. Я завтра докажу научно, это брахман и вайшнавы относительно этой таттвы. Шрила Прабхупад хотел показать, что те, кто совершают апракрита Кришна Баджан, я имею в виду Турья Таттва, Вишну Таттва, они более возвышены. Почему? И Шрила Прабхупад приводил различные аргументы. И вот Аду вообще в Сатья-йогу. И вот была одна варна, хамса, хамса-варна. И почему это называется Крита-юга? Вы знаете, другое имя Сатья-юги – это Крита-юга. Имеется в виду успешное. И вот Крита-юга значит успешное. И вот как только мы находим эту шлоку, мы можем понять, если вообще Сатья-югу, еще Крита-юга, это другое имя Сатья-юги, было двоя, одна варна. И все, кто рождались в то время, они достигали успеха, поскольку их сердце было очень прекрасно. И вот вообще это и вот в Шримад-Бхагавата мы находим такие слова. Я атма чару лакшана. So, и вот в позднюю трета-югу разделение началось. So, these were actually to organize the whole society in right direction. Чтобы все общество организовать в правильном направлении, это было необходимо, чтобы разделить все и согласно варне и ашраму, иначе осквернение оно приходило и задевало сердца всех. И вот согласно варнами, варне и ашраму было это восстановлено. И вот брахманы, вайши, шудры, under barnasram barnakarnasram chaturvarna maya system na chaturvarna maya system guna karma vibhaga sa chu barna ashram and actually sanyas banaposto brahmacharya grahastho is four ashram и другие ашрамы эти то есть в общем Кришна создал четыре варны или четыре ашрама, домах грихасхи, брахмачари, ванапрасхи и, точнее, в общем, четыре варны ашрама. И у вайшнавов нельзя разделять на какие-то категории, поскольку вайшнавы, они превыше всего. И те, кто сахаджи, они живут в Кули, в Навадвипе и на Радакунде, они спорят о том, что вайшнавы, что они, почему они эту ашафрану одежду носят, саньясу принимают, никто не говорит, что это где-то есть, они спорят с Гауди Матхом. Махапрабху, Рупа Санатана, они говорят, что они никогда шафран не носили и саньясу не принимали. Я уже говорил в прошлом году на эту тему. И вот я много приводил примеров. И в Чайтане Чайтамрите говорится, что вайшнав это шафран не должен, вайшнавы не должны носить эту шафрановую одежду, но это не значит, что ограничение, что они вообще не могут.
Сиддханта такова, что вайшнавы, те, кто Парамахамса вайшнавы, они не обязаны носить шафрановую одежду, не могут носить, а могут и не носить. Чистые вайшнавы, они не обязаны эту оранжевую шафрановую одежду носить. То есть это не строго запрещено, а вообще, что они не обязаны ее носить. А, и свидетельство тому в Бхагаватам мы находим по историю про Триданди Саньяс Бикшу. И вот там мы находим, что Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве: смотри, настолько великолепно этот пример Триданди Бикшу. И там мы находим, что это, что Триданди Саньяса может быть. И вот это Триданди Саньяса, и она не запрещена полностью, но Прабодхананда Сарасвати Пад и много преданных Брамананда Бхарати, Ишар Пурипад, Мадхавендра Пурипад, они все саньяси. И иногда мы можете спорить со мной, что они саньяси, но не все триданди саньяса, кто-то эгданди саньяс, кто-то еще какой-то. И вот в то время Дашанами саньяса было очень могущественно. И если кто-то хотел принять саньяс, он должен был принять сампрадас саньясу с какой-то определенной сампрадай. На Гауди сампрадай, учение Гауди сампрадай в том, что если кто-то принимает саньясу, он должен помнить, есть эгданда саньяс, но все же Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, что в этой эгданде, имеется в виду в их случае, в этой эгданда саньясе, есть три данды. Данда значит наказание. Те, кто принимает саньясу, он наказывается умом. Он должен наказывать свой ум, тело и речь, ограничивать их. Такой обет саньяс. И те, кто принимают саньяс в Гаудия обществе, особенно в Гаудия миссии, в Гаудия матхе, они принимают саньяс, но они парамахамсы. Не все. Есть, конечно, какие-то люди, которые принимают саньяс для получения славы и почести и уважения. Это не те. А настоящая саньяс в Гаудия миссии значит, что они должны принять обет, наказывать свой ум, тело и речь. И как это возможно? Если вы заметите, ваш ум, тело и сердце всегда в служении, то это автоматически произойдет. Вам не нужно спорить на эту тему. Если вы будете заняты в Кришна-севе, то тогда автоматически это произойдет. Это сила Кришны, и у вас не будет возможности заниматься какой-то ересью. И это зовется Триданди Саньяса. И вот после разделения Гаудия Матха, когда уж Шрила Прабхупад ушел, но когда я говорю «Гаудия миссия», это не значит, что я говорю «Гаудия миссия», которая потом организовалась после распада Гаудия Матхи. Я говорю о миссии Гуранги Махапрабху, которую начал, продолжил Шрила Прабхупад. Не путайтесь, название не взяли такое же, но это другое. Гаудия миссия значит то, что начато с Шрилой Прабхупада и продолжено Шри Чайтанья Махапрабху. Они не позволяют там, не позволяли, точнее, саньясу принимать, и потом Шрила Кеша Махарадж в суд на них подал, и они вынуждены были в один день сразу раздать 20 саньяс. А до этого они избегали этого, но это не наша тема текущая. И вот Варна и Ашрама, мы должны понять, это согласно гуне и карме.
И вот согласно гуне и карме, качествах, и вот это разделение началось. И что Шрила Прабхупад хотел показать? Смотрите, Шрила Прабхупад хотел показать, что Браман, кшатри, вайши, шудры, они в этой варнашаме находятся, в этой категории варн. Но вайшнавы за пределами любых категорий. И много раз я говорил о Тушлоке, Кришна говорит Удаве, что вайшнавы они превыше всего. Вайшнавы они за пределами категории варн и ашрам. И вот эту шлоку Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве об этой шлоке, что в итоге случилось. Варна и ашрама Шрила Прабхупад хотел показать, доказать нам, вайшнавы они не вне варн и ашрамов, и вот они превыше всего, вайшнавы они превыше всего. И вот перед этим, несколько дней назад, и вот когда Шрила Прабхупад сказал об этом, то тысячи людей захотели принять пыль с его лотосных стоп. И вот они видели, что тысячи людей пошли, чтобы принять пыль с лотосных стоп Шрилы Прабхупады. И вот они их как-то остановили, и Вишамбарананда Дев Госвами, он организовал какую-то огромную емкость, и в которой благодаря, и потом взяли лотосные стопы Шрилы Прабхупады, поместили их над этой емкостью и начали обливать водой, чтобы Чаранамрита появилась. И Вишамбарананда Дев Госвами сказал, что вы не можете прикасаться к Шриле Прабхупаде, но можете взять Чаранамриту с его стоп. И вот все начали брать эту Чаранамриту. И очень скоро эта огромная емкость с водой, она кончилась. И много людей пришли, чтобы участвовать в этой дхарма-сабхе. Они были очень рады видеть Сиддханту Шрилу, они были очень рады слушать Сиддханту Шрилу Прабхупада. Не только это, после того, как эта дхарма-сабха закончилась, этого района, они сказали, что тысячи людей хотят получить дикшу от вас. Ну, конечно, не все могут всему следовать, кто-то чай пьет, кто-то листья бителя жует, кто-то пан, ну так, по мелочи, не всему следует, но дикшу они готовы от вас принять. Вот тысячи людей у нас есть со всей этой округи. Шрила Прабхупад сказал, что я не заинтересован давать дикшу им. Я не хочу давать дикшу им. И вот смотрите на настроение Шрилы Прабхупады, уникальную ачарьятву Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад, как Сахаджи, он не хотел принимать тысячи учеников. Если был бы какой-то Сахаджи, он бы всех с радостью принял в качестве учеников. Но Шрила Прабхупад никогда не выражал такого настроения. Шрила Прабхупад никогда не выражал такого настроения. И вот он Джагадгуру. Джагадгуру никогда не думает. Это особенность Джагадгуру.
Это уникальность характера Шрилы Прабхупады. Он никогда не думал, что они мои ученики. Он думал, что они мои гуру, они мои шикша-гуру. Они помогают мне, они контролируют меня, они випотутхарон бандху, то есть друзья, помогающие в беде буквально. И вот Шрила Прабхупад хотел сказать именно так. Шрила Прабхупад, он говорил, что вы все мои випотутхарон бандху. Шрила Прабхупад никогда не говорил, что вы мои шиши ученики, нет, никогда. И таким образом мы можем узнать о уникальной ачарьятве Шрилы Прабхупады. И сегодня из-за вот каких-то беспокойств связи на середине Харикатха оборвалась. И вот послезавтра я продолжу говорить о этой теме, о том, что сказал Шрила Прабхупад, как он исполнил то указание, данное Шрила Бхактивинода Тхакуром. И вот на сегодня конец. Гуру Гаура Кишора Кодашу Парам Парамадрита Бхакти Винода Падам Панумами Шадапа Бхупаду Падам Панумами Шадапа Бхупаду Падам Панумами Шадапа Бхупаду Падам Банча Калпадуру Саки Пасинду Бхавеша Патитанам Павана Бхавешна Бью Намо. Due to disturbance, I was also feeling, because Харикатха non-stop. I am habituated to speak Harikatha non-stop. If there is breakage, I feel problem. It is not actually lecture, it is Harikatha. So please excuse me. So, Ванча Калпатурвасти ке пасан.